Многие меня спрашивают о арахисовом пасте, масле. Это мой любимый предмет еды, и я сегодня хочу показать, как его выбираю. Есть очень много разных, как видите, особенно здесь в Америке, разные вкусы. Что для меня самое важное, когда я выбираю, чтобы не было сахара и соли. То есть я читаю, что без сахара и соли нет. И единственный, который ингредиент, есть только peanuts или арахис. Также есть много разных видов, то есть, допустим, есть из миндальной, но самое главное для меня, чтобы не было там сахара и соли. А также есть такие маленькие пакетики, которые для меня самые подходящие, так сказать, в маленьких пакетиках только он так продается, просто одна порция. Один есть вариант сухой, сухая паста, высушенная паста. Пробовала, я, честно говоря, могу эту всю баночку и слопать сразу. Поэтому вот такие пакетики разовые для меня – это самый лучший вариант. Вот еще один из вариантов, как можно получить арахисовую пасту. Здесь в магазинах Америки, в Whole Foods есть такие специальные аппараты, где можно сделать специально свежую арахисовую пасту или almonds.